Война. Барсик лежит у камина, у меня чаша с попкорном. В телевизоре Украина, воюющая по полной. Объясняют, что можно с ней сделать. Объясняют, что сделать нельзя. Смотрим мы на дебаты премьеров, и вон как пиздит не бензя. Открываю я банку пива, заряжаю новый попкорн. Не поеду я на Мальдивы то финансовый мне урон. И виной всей тому Украина, что не хочет сдаваться России, а весь мир замотался в тину и показывает бессилие. Там, где нужно нажать – озабоченность, там, где нужно помочь – отговорки, даже делятся, если испорченным, хотя ломятся целым за дворки. Было классиком спета однажды, а оказаться хоть кем может вдруг – по родству и знакомству, неважно, сколько близкий твой брат или друг. Снова лозунг бандитский в ходу на Руси. Ты не верь, ты не бойся и ты не проси.